дело помогала смотреть. Таня. Ну, карточки, да. Так, ничего особенного такого нет. Вот. Не знаю. Классно, увеличивает там 10 раз. Так, а это мы посмотрели свадебные в основном тут. Ой. Все. Лёш, тебя уже замочили там? Да не раз уже как-то. А это 70 лет мне было. Недавно. 15 лет назад. Угу. А это еще Сережин папа же был, вот мне приходил. Да. А это мой папа и моя мама. Старинная фотография. Папа, я в 42-м угу. году погиб. Я его и не помню даже. А это с Америки дочка прислала. Этот дельфин говорит, алло. Я говорю, а наших дельфинов... А, кстати, был, где-то показывали, я видела. Такой он знаменитый очень на весь мир, по телевизору показывали. А любовь Семеновна как-то слетала даже в Америку к дочке. Это когда было вот у нас шоу с дельфинами, и рассказывали про него. А, про это, как зовут? Да. Который Халло говорит, да. Не помню. А это Таня, помнишь? Это я, это Вовочка. Про него рассказывали. А это моя сестра приезжала с внучкой в гости. В Риге, да? В Ригу. А это моя бабушка по папиной линии, вот где сохранилась карточка. А это муж. А жил фотоаппарат, да? Это я после войны. Американская помощь, отец погиб, нам дали, и я в этом с американском Америки, платье, да? Сфотографировала. Американская помощь. Понятно. Это муж. Мы с мужем в Ленинграде. Да. Петергоф, да. Фонтаны царские. А это я на родину ехала. Моя подруга. С 5 класса мы с ней дружили. Вот. Кто со мной в билет поедет? А это я в Америке. Виза. А это я в Америке виза была. Нет виза. Вон там апельсины, деревья, апельсины падают, никто их не трогает. Как у нас каштаны? На печи. А это моя соседка уехала, вышла замуж за иностранца. А это вот она вышла замуж, мы ее поздравляли. Сервизы-то какие в школе? А? Сервизы-то в секции какие интересные. Фарфор китайский. Я не поняла, Юра, что такое. Ну, сервиз в секции китайская посуда. А это у Тани, у дочки, на Новый год, и мне сват подарил духи. Я. Все помнит, да? Больше никто не дарил, а это я там у одной знакомой, они мне сфотографировали. И это я к ним пришла, они мне тоже сфотографировали. О, подъезде, вот. Да, подходит. Все такое. Это уже день победы. И все. Это уже самое главное я показываю. Если так смотреть, это на день победы. А какой год? Ну, Пири, зачем ты салат? Что ты спросил? Да. Мутно. Это,